Делюсь с вами красотой на видео букет, собранный мной буквально за 30 минут. Все цветы практически в этом букете выращены в моем саду. И теперь я с гордостью могу вам показать шедевры, какие создаются из моих цветочков, друзья. Вот единственное, что в этом букетике, вот эти розочки Барбадос, я их купила. Это кустовая розочка, но на следующий год у меня тоже будут розы. И я полностью перехожу на свой цветок и создаю прекрасные композиции для клиентов моих. Потому что я решила выращивать эксклюзивные цветы. Вот, кстати, на видео гортензия. Как вы видите, вот такого оттенка. Это маленькая шапочка, потому что она уже идет у нас на отцветание. А здесь всеми любимый Red Baron. Обратите внимание, какого оттенка Red Baron. Red Baron у нас вообще идет классический малиновый оттенок. Но вот в глине, которая у нас в Сочи преобладает, он вот перевоплощается вот в такие невероятные оттенки цвета от фуксии до буквально вот таких черничных тонов. Очень красиво выдает оттенок. Здесь же георгин, как выяснили, уже сорт Джавей Винни. Вот такой красавец Винни. Вот, друзья, мои маленькие гладиолусы. Это мини-гладиолусы. Тут же вот они, георгинки. Маленькие, это бордюрные. Они прекрасно подходят для коробочек. Высота не нужна. Вот такая красотища получается из моих цветочков. Подписывайтесь на мой канал. Буду с вами делиться своей красотой, своими достижениями садовыми. С вами была я, флорист Ирина. До скорой встречи. Каков красавец. Глаз не оторвать.